Знания достигаются дорогой ценой. Да будет так. Здравствуй. У меня лучшие товары в Афинах. Лучше ты ни у кого не найдешь. До свидания. Когда я распродам все свои товары, я уеду на один из островов, где нет никаких чудовищ, на Мелос или Икарию. Афина оберегает всех нас. Умоляю тебя, помоги нам. Нашего предводителя окружили чудовища в катакомбах под Акрополем. Если он погибнет, та же судьба может постичь весь мир.
Загадочный воин, ты не просто спас мне жизнь, ты совершил нечто большее. Я возглавляю орден Прометея в Афинах. Наш орден. Мы должны действовать быстро. Федор послал тебя? Ты отправляешься в Кнос? Подумать только. Я доверенное лицо Ордена. Федор знает, что Телхин сделал с моей семьей и все-таки не дает мне отомстить. Вместо этого он посылает тебя, а меня отправляет с поручением на восток. Но я обязана ему подчиниться. Надеюсь, Федор знает, что делает. Желаю тебе удачи. Главное... чтобы Телхин был мертв. Пойдем, я покажу тебе корабль. Мой магазин сейчас переживает не самые лучшие времена, но, возможно, я чем-нибудь смогу помочь тебе. Удачи! Здравствуй! В Кносе твори... Давным-давно городом правишь...